Я вас нормально прошу. Мешайте работать. Мы не мешаем. Это совещание только для председателей? Нас туда не пустили, мы туда не вводим. Это председатель комиссии? Да, председатель комиссии. Да, председатель комиссии, да. Да. Извините. Председатель. Ё-моё, ну. Лёдь. Я бюллетень. Что? Что? Я бюллетень принес. Кому принесли? Просто у нас. А, вы вместе, да? Да. А, вы не знаете? Дайте я скажу. Евгения Петровна. Наша комиссия, что? Ну что, можно входить-то, нет? Почему стоит член комиссии с правом решающего голоса и его туда не допускают? Комиссия же работает гласно. Только председатель Ямского комиссии. Комиссия же работает гласно, правильно, законно написано. Почему она не может проследить порядок проведения этой процедуры? Мы пригласили только председателя на совещание. А где решение, чем это закреплено? Кто мы пригласили? Снимайте. Здесь находится член ТИКа с правом решающего голоса от «Справедливой России». Иванова Татьяна Васильевна. Значит, и она отслеживает, чтобы не было нарушений. Я думаю, что ей можно доверять. Что там Иванова в зале делает? Ну, и все это задание называется. Но сегодня меня удалили, не удалили, а попросили тактично выйти из зала заседаний, где я имела право присутствовать как член территориальной комиссии. Я понимаю, что просто не ожидали, что я там буду. Я стояла спиной. Ну и потом, когда стали говорить, видимо, то, что не для моих ушей, меня попросили выйти. Ну, человек, интересно, вы вообще председатель или нет? Так я понимаю, я член комиссии, вышестоящий. Но вы же не председатель. Не председатель, да. Ну, я провоцирую. Рабочее совещание, все. Какое рабочее совещание? Вышестоящий комиссии. Рабочее совещание, понимаете, абсолютно. А прекратите, пожалуйста, там женщина, прекратите. Вы председатель? Я не председатель? А на каком основании вы идете? Я член вышестоящей комиссии. Какой комиссии? Назовите. Тика, какой номер? Секундочку. Номер комиссии какой? Кто вы такая вообще? Я секретарь. Ну, защитите меня от него, но он чуть не дерется со мной. Не позволяет мне совершать мою работу. Есть член комиссии, который... Я хочу закрыть дверь, он устраивает. Вы председатель комиссии? Это не заседание. Ну и все. Юноша, это не заседание. Садите, пожалуйста. Молодой человек, это заседание. Идите, молодой человек, будьте добры. Вы законно приедете. На мероприятии имеют право присутствовать все члены комиссии. Это мероприятие рабочее совещание. Тем более на нем хотел бы присутствовать. Вам сказали? Тоже председатель комиссии. У нас уже передача документов происходит. Передача документов? У нас передача уже документов. Передача документов. Уже все, уже при этом средства массовой информации можно присутствовать. Не препятствуйте, пожалуйста, работайте. Так, ну, давай. Да. Вы встаньте, пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста, вот так. Я отвечаю за бюллетени, пожалуйста. Хорошо, а я хочу смотреть. Вот смотрите. У нас здесь еще есть. А на каком основании вы снимаете это? Будьте добры. Они же уже совещание. Подождите. Здесь происходит работа. Служебное совещание. Председатель. Я вас прошу, покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста, помещение, где проходит совещание. Нет, мы вас какой раз снимали? Это уже начинается, извините, травля комиссии. Просто травля комиссии. Товарищи, не согласны, вы нарушаете их права, понимаете, в конце концов. Подождите, представьте, пожалуйста, можете я начать решение? Я сказал, что район, фамилия моя Жилин. Я попрошу не снимать мое лицо, я против этого. Если вы сейчас, если я сейчас выступаю как сотрудник полиции, вы нарушаете законодательство. Будьте добры покинуть помещение, где проходит служебное совещание председателя избирательных комиссий. Работа комиссии. Такие персональные данные, списки передают, когда станет персональный данный. Вы что, с ума сошли? Вы что, с ума сошли? Что вы такое говорите? Ну, знаю. Физическую силу. В соответствии с законом о полиции. Спасибо. Спасибо, что вы меня выслушали. Будьте добры выйти из помещения, где проходит совещание председателей избирательных комиссий. Я вас убедительно прошу. Я вас предупреждаю, что мое требование является законным, и его невыполнение подпадает под статью административного кодекса. Замечательно. Будьте добры выйти. Кто я? Кто?
Вы не выполнили законное требование сотрудника полиции? Это незаконное. Это незаконное требование сотрудника полиции. Это незаконное, молодой человек, требование. Я все равно буду настаивать. Пройдемте, пожалуйста, с нами. Леша, на меня пишут рапорт по неповиновению.